Всем привет, ребят! Ну что, очередной у нас коллекционер для моего подписчика Антона с ником Бандерос или Бандерос. Кто его знает, что именно означает его ник. Ну, в принципе, думаю, он один единственный знает. Так, у нас сегодня Коля для Бандероса. Самики, аккаунт, как видите, немножко донатный. Поехали посмотрим на героя, в чем у него есть. Некроса не хватает, Вольта не хватает. Фига себе. Афинка. Ронина нет. Ронина, Сура, Афина, Махатма, Рогатка, скорее всего, и Бугимен. Так, хорошо, это мы глянем. Находится он в гильдии Монархия. Хорошая взрослая гильдия. Босс 4, 21, WhatsApp. Видите, первые, вторые, третьи места, кидайте заявочки, вступайте. Отличненько. С этим мы разобрались, поехали посмотрим, что у нас вообще делается у него на аккаунте. Так, стыковка. Неплохо. Отлично, отлично, отлично. Ну, фига себе, бога войны тут. Живо. Третья ремка всего. Так, череп, стрелок, отлично. Форжей с богом войны, ну это просто жесть. Чик, топ, топ, топ. Блин, да нифига себе, сколько тут у него ремок. Отличный аккаунт, я вам скажу. Пойдет. Как для такого доната. А, у него даже буги есть, фига себе. В общем, нам нужна Махатма, по сути. Там еще пару героев, таких недостающих. Так, хорошо. Ну что, поехали. Будем испытывать удачу на этом аккаунте. Такс, let's go. Ведьма-морозница, ну сколько ж можно? Такое себе, ну и сразу малышник, поздравляю, порочный пакт, в принципе, отличненько. Очень нужен был порочный пакт, ну мы тебе его уже достали, поехали дальше, посмотрим на удачу, что у нас получится еще с героями недостающими. Можно было в принципе достать, на этом закончить роллинг, ну да ладно. Ворожей. Отличненько. Ну, еще один ворожей. То, о чем я и говорил. Падают герои, как ни странно, подряд одинаковые. Триант, Укротитель. Я не знаю, почему так. Еще один малышник. Я офигею. Череп. Ну, поздравляю. Порочный пакт. Если бы давали два... Если бы давали три, у тебя было бы уже их три. Блядь, собрал всех ников с роллингов. Ну, я хотя бы первым себе поролил. Два выбил. Это просто жесть, ребят. Это будет быстрый, быстрый мега роллинг Валентина. Слизней мы тут явно не соберем. Даже половины, я думаю. Хотя, кто его знает, посмотрим. Паладин. Сноу. Ниндзя. Ничего себе. Ничего себе. Да, это Асурик нужен был. Отличненько. Ну что, поздравляю. Вроде как неплохо все идет. Кроме слизней, конечно. Ничего себе, сразу троечка. Удивили, удивили. Сразу же повторку Асурика выбили. Сердцеедка, ниндзя. Просто, блядь, какой-то бешеный роллинг. Честно говоря, бешеный роллинг.
Ну что я могу сказать? Поздравляю. Просто тебе везет. Слизнями мы тебе ничем не поможем, но я думаю, ты будешь доволен тому, что есть рыцарь тьмы. Фига себе. Варлок. Ну, видите, тут 4 слизня. Честно скажу, даже не буду заморачиваться. Там, где 1-2, еще есть смысл. Мы и так тут сделали больше, чем надо было. Мы сделали то, о чем он просил. Выбили то, что нужно было. В принципе, 42К, блин, 3 малыша Ника, Махатма, Асура. Ну, это, конечно же, жесть. В принципе, все, как я говорил, короткий мини-роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки ставьте. Всем удачи, всем пока.